This is how we party. Всем хай, народ, вы на канале Дизель, и я заметил, что актив на моем канале пропал. Почему же он пропал? Потому что я снимаю одно и то же. Фрагмуви. Потому что я не знаю почему. Может, потому что YouTube просто не продвигает мои видео к вам. Я же не знаю, даже банально тех людей, которые пиарятся в комментариях. У меня в комментариях даже такие пропали. Только один человек, вот он, под каждым видео ставит мне лайки, под каждым видео пишет топ, классно, молодец, поддерживает меня. Я ему очень благодарен за это. Ты единственный человек, который меня поддерживает на YouTube. Огромное тебе спасибо. Ролика. Сегодня я вам покажу топ. Не знаю, сколько эффектов для фрагмувика. Первый эффект сейчас покажу вам. Вам нужен кил, вот он. Чпоинг, убил. Хорошо. Что же нам для этого нужно? Так, ловим момент там, где мы почти уже вот здесь, да? Делаем вот так и делаем вот так. Хроматическое увеличение. Для этого вам, конечно же, понадобится таймастер взлом или просто Pro. Нет, каналастер взлом, делаем вот так. Я делаю сразу же на однерочку, потому что это прикольно. Смотрю, что у нас получилось. Вот, очень красивый эффект. Смотрите, как он выглядит. Просто смотрите, как он выглядит. Выглядит балдежно, верно? Вот, следующий эффект. А вот у нас следующий эффект. Мы убили его таким образом. И смотрите, как он выглядит. Ищем момент там, где мы его убили. Опа, опа, опа. Оп. Вот примерно в этот момент, когда мы начали стрелять, и попадаем. Вот, 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 вот. Вот здесь надо поймать. И просто поставить точку. Ну, просто, чтобы не забыть. Для этого нам ничего не понадобится. Делаем, короче, вот так. Мультимедиа. Слой мультимедиа. Фон. И делаем белый. На весь экран. Ищем блендинг, перекрытие, выглядит вот так, верно? После чего делаем, ну, типа, до обрезки, там, где у вас должен переход быть. Ну, короче, маленький должен быть. Делайте вот так, делайте с анимацией, затухание, извините за посторонние звуки, затухание и без анимации, затухание тоже. И это нам надо дублировать, чтобы было еще ярче, чтобы было еще ярче, чтобы было еще ярче. Вот так. И смотрите, как это выглядит. Очень классный эффект, всем советую. Переходим к следующему. Теперь нам нужно сейчас эффект. Призматический. Допустим, смотрите. Призматический делаете вот так. Вот так. Чуть-чуть надо подвинуть, когда мы его убили. Вот мы его убили, и сразу же должен появиться призматический эффект вот такой. Да, призматик, и еще сверху тут же нам нужен эффект, анаглиф слайд. Короче, вот такой эффект, растягиваем его тоже на весь экран, смотрите, что получается. Как вам, я считаю, очень достойный эффект, классный и очень простой. Да, даже настраивать не нужно, ну, если хотите, настроите, но я это вообще не делаю. Ну, типа, не так круто. Переходим к следующему эффекту. И неоновая схема. Это типа, чтобы, я не знаю, как этот эффект называется, в общем, не знаю, имею в виду. Не знаю, ну, типа, это обводка оружия, типа. Сейчас вам покажу, надо авапу найти, где я взял авапу. Вот я взял авапу, делаем вот так. Делаем вот так, подстраиваем под авапу, форма, размытая кромка обязательно. Я еще делаю круг, часто делаю, вот такой. Вот так, и смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такая вот хрень. Пока что это выглядит не очень, хотя уже стильненько. Но еще в настройках надо полазить, вот эту штучку надо повысить. Надо повысить эту штучку, короче. Пускай станет такой же.
Black or White, это вам решать. И я делаю вот так, типа, чтобы более смотрелось. И также нам нужно нажать альфа-непрозрачность и понизить альфа. Вот так. Вот, обалдежно, обалдежно, взрывьте просто. Классный эффект, прям классный эффект. Ну а мы переходим к следующему и, наверное, последнему нашему эффекту. Ребзики. Следующий эффект это не как эффект, а как, можно сказать, цветокор. Цветокор, да. Цветокор. Он примерно делается вот так. Эффект нам понадобится. Нам понадобится интенсификатор. Уже прикольный цветокор, но там можно полазить в настройках. Поделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Без разницы. Если все поставить на максимум. Вообще прикольно. Вот, видите? Прикольно, прикольно выглядит, но не знаю, как-то это вроде не очень. Так что пользуйтесь, если вам нравится. Но я его буду редко теперь использовать. Раньше я его прям жирно использовал, если так можно сказать. Вот как-то так. И следующий, наверное, последний эффект. Я в прошлый раз говорил, что это будет последний эффект. Но нет! Еще один эффект, можно сказать. Для этого эффекта нам нужно там, где вы достаточно долго держите оружие. Ну, типа, чтобы он в руке все время вот так был, как сейчас АВМ. Нет. Чтобы прицела такого не было понятного. Но смотрите. Уже на отсюда можно начать. Сейчас АВАПу взял. И вот здесь, смотрите, точку поставим, чтобы не забыть. И вот здесь берете, делаете эффект, тоже интенсификатор. Что очень важно. Делаете форма, размытая кромка, круг. Делаете, подстраиваете, короче, под этот. Но вот так как сейчас не очень будет видно вот эту штучку, мы сразу же делаем в настройках, делаем любой цвет, который вам нравится. Я сделаю зеленый, он очень классный. Делаем вот так. Нужен зеленый, надо нормально поставить. Вот, как-нибудь, чтобы красиво было, надо поставить. Под темные цвета не очень подойдет, но под некромансер какой-нибудь очень классно. Я сейчас покажу вам на некромансере. Для там некромансера какого-нибудь скина. Очень классный. Форма вот так. Можете не менять дальше. Вот так. Сами, короче, нет, я лучше поменяю. Круг мне так привычней. И делайте, короче, вот так. И делайте любой цвет. Мне, допустим, любой сразу так выставлю. Попался красный. Окей, все классно. Сразу же делаем пульсация. Пульсация, пульсация. Было вот так, верно? Все верно. После чего дублируем этот проект, этот эффект. Дублируем, делаем чуть-чуть вот так. И нажимаем на него, уже меняем цвет. Допустим, уже там будет зеленый. И смотрите, что уже выходит. Ну, типа, на некромансере это капец как смотрелось бы. Ну, так как я еще рукожоп чуть-чуть, так что, поэтому, так как я рукожоп чутка, меня я чуть-чуть... У вас будет, короче, я уверен, что у вас будет лучше. Вот так вот светится все, вот так вот прикольно моргает. Также можно там, ну, типа, под этот. Короче, чтобы все хорошо можно было сделать. Можно было лучше, но... На этом наш видеоролик подходит к концу. Если вам понравился эффект и вообще этот видеоролик был вам полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, я вас прошу по-настоящему, подпишитесь, не перематывайте. Я знаю, что большую часть вы промотали, но, пожалуйста, подпишитесь, если этот ролик вам был хоть чуточку полезен. И поставьте лайк, напишите вам в комментариях, подписались вы или нет. Можете предлагать взаимные подписки, я практически всем отвечаю, типа, да, давайте подпишемся. Так что, пишите в комментариях, будьте активным на моем канале, ну и на всех YouTube-каналах, которые вам нравятся, конечно же. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, удачи вам в катках. Всем бай-бай.